руке. В этой группе. Сейчас наоборот все практически. Зеркальный. Четвертое место. Кстати, четвертое место. 81 балл. 44-й номер. Екатерина Набойщенко. Третье место. 33-й номер. Что за мистер? Денис Михайлов. Второе место. 84 балла. Назар Степан. На своей родной трассе можно было... Какой родной трассе? Я на площадке, там восьмерочки учили. 90 можно проехать с закрытыми глазами. Что это? Да я видел, вы видели, как они судили? Они втроем смотрели в центр и в нарды играли. День хороший получился, и потренировались, и квалу откатали более-менее, но результат как бы такой. Можно лучше было проехать, баллов больше набрать. Хотел на второй попытке улучшиться, но там косово упорол. Набрать было больше баллов просто, нужно было ехать чуть-чуть шире. Я как бы ехал вроде бы шире, как мне с машины кажется, а на самом деле еще метрик, у меня там полметрика запас есть. Я думаю, завтра мы это дело исправим. Вот, может быть, подвинем отсечку еще побольше до 9 тысяч, чтобы у меня запас был по оборотам. Потому что сейчас я, когда жестко упираюсь в отсечку, меня резко тянет внутрь. Вот мы над этим работаем. Это углубленные тесты с соревновательным процессом. Задание сложное, и проехать здесь типа так на ура не получается. Нужно работать, нужно стараться, да, как бы, и парни тоже едут. То есть завтра будут парные заезды. Я буду к ним тоже готовиться, то есть... Не так просто, что я сел, поехал. Ну, допустим, в том году я занял второе место, проиграл Глебу Шабу, да. В этом году мы с ним в разных сетках, в разных концах. И если нам повезет, и мы справимся со всеми трудностями, встретимся с ним в финале и будем разбираться. А если нет, тогда Катя будет отдуваться за меня и будет за тумбу бороться. Ты знаешь, если честно, я вообще не посмотрел тренировки, чуть-чуть посмотрел квалификацию, но вникнуть не успел. И думаю, завтра будет трансляция, я буду по трансляции уже смотреть и какую-то оценку смогу дать проезда, потому что сегодня все в суете, и как бы если где-то с земли смотреть, ничего не видно, нужно с трибун смотреть. Слушай, ну спасибо, но я не знаю, что случилось, потому что я же не тренировалась. Вчера, оказывается, все весь день катались, я даже не знала об этом. Значит, у меня тоже утром, первую половину дня у меня не заводилась машина, я успела только час потренироваться, я проехала 9 раз суммарно на тренировках, и я, в общем-то, не ожидала, что что-то получится. Ну, что-то получилось, не знаю, на первую попытку проехала, какой-то результат был. А на второй я просто подумала, сейчас я проеду, и проехала. Но у меня проблема была с тем, что слетела программа просто с мозга, и, соответственно, мы ее залили обратно, и вроде как бы все работает пока что. Тьфу-тьфу.
Но я сегодня парно только с Илюхой каталась, как-то никто со мной парно не рвался ехать почему-то. Ну, не знаю, места так не любят со мной парно кататься. Но в целом мне очень нравится вообще уровень организации, при этом при всем мне очень нравится атмосфера, потому что я вот сюда приезжаю на расслабоне, это классно. Ну, то есть, ну, я не чувствую какой-то великой ответственности, да, и я стою на старте, особо не нервничаю, ну, такой чуть-чуть нервяк приятный. И, ну, не знаю, для меня это мероприятие в кайф. Как первый этап РДС Юг, но единственное, что на юг надо было лететь, там все равно это парковка, а здесь трасса в Москве. Хотя сюда ехать дольше, чем лететь до Краснодара по этим пробкам, по Новорязанскому шоссе, плюс-минус то на то и выходит. Эмоции, все круто, но я был не один, команда-то со мной, все парни, механики, машину готовили, удалось ее настроить, поэтому все было зависело только от меня, машина ехала, было здорово. А основные эмоции, мне нравилось ехать четко, мне нравилось, что машина едет, что я мог рисковать, она меня слушалась, в этом как бы основные эмоции, потому что все, что было до этого, в разных гонках, в которых я бывал, я боролся то ли с автомобилем, то ли с собой, то ли не пойму с чем, а здесь можно было рассчитывать на свои силы, вот как бы, и слава богу, все повезло. Это мой главный болельщик, поэтому это уже как, заметно, да. Поэтому да. Как не победить? Ну, не все получалось. Началось как бы все кривенько с Байрана, где меня просто развернул, пробовал, что-то щупал. Вот. Но и в финале немножко не получилось. По темпу не хватило немножко скорости. Вот. Ну ничего, будем бороться, будем стараться, все придет. Хочу очень попасть на РДС Юг в Ростов, потому что это один из моих любимых городов. У нас там большая команда, меня там все ждут. Вот, если получится, буду с большим удовольствием туда приеду. Ну, а RDS GP, следующий этап, обещаю быть. Не знаю, просто стабильно ехала первой, как-то не очень хорошо явно ехала второй, но, в общем-то, делала, что могла, и вот как-то приехала. Терпение, труд, все перетрут. На самом деле, я не скажу, что у меня было уж много тренировочных проездов, у меня сломалось сцепление, поэтому я, в общем-то, проехала парно, 2-3 раза. Потом мы чинили машину, под вопросом вообще был выход мой даже на Байран, но потом починили, я проехала, в общем-то, все проверила, все работает. Ну и не, я не могу сказать, что я нервничала. На самом деле, я думаю, что это недостаток опыта, и здесь не надо, не хочу придумывать себе оправдание из разряда. Я нервничала, у меня не ехала машина ехала, я была спокойной, но просто, ну вот, еду как могу. Похоже, я поеду точно в Ростове-на-Дону, РДС Юг. Я бы очень хотела проехаться в Казани. Просто потому что никогда не была в Казани. Уверена, что это очень красивый город. Я бы хотела там побывать. Ну и, в общем-то, вот пока что, что я знаю по оригинальным сериям, только это.
Опыт получил колоссальный, тем более, что через неделю у нас Рязань, второй этап. Вкатился в тачку, понял, что настройки, в принципе, попадают. Поработал над рулежкой, над перекладкой, потому что зимой не катал. И эту парную езду, синхронность, как бы вначале у меня не совсем получалось. Но вот сегодня, как бы дошел до финалов, было время покататься. Это очень радует, я надеюсь, что все навыки, которые я сегодня получил, я их переосмыслю, посмотрю трансляцию и уже в Рязани буду применять. В смысле, стена плача, она как бы нормальная. Мы будем в газ мимо нее пролетать, вот так вот, может быть, даже чиркать, если разрешат.